Привитос, Амигос, ну что, чем займемся сегодня? Я уже говорил, что спешить с прохождением этой игры некуда. Новинка какая-нибудь, которую более-менее можно интересно пройти, выйдет вообще не скоро. Поэтому я не знаю, что там некоторые гонят, что-то надо писать, что-то другое. Это что, например, игру, в которую еще, не знаю, блять, при динозаврах играли, отдыхая от охоты на мамонта, какой-нибудь там Far Cry 1, кому он нужен. Вот, поэтому я как-то не стремлюсь, а пройти эту игру быстро, потому что спешить некуда и не к чему. Так, значит, надо выполнить какое-нибудь... Где вообще тут задание-то? Надо выполнить какое-нибудь задание побочное, чтобы Варвара уже наконец-то закрепила наши узы дружбы. Найти лом в федеральный склад продовольствия. По-моему, я там, кстати, уже был. Сейчас посмотрим. Да, был. Странно, а чё? А, я там без квеста, наверное, был. Ну, давай, чё, мы идем. А, вы еще не были в этом месте. Блядь, дерьмо какое-то. Ну, сейчас побываем. Силовую броню брать пока не буду, потому что тут мне, скорее всего, ничего не грозит. Вот, Варвара, кстати, после очистки себя от психозависимости начала плохо вести. Она мне теперь уже не нравится. Теперь каждый раз, когда я... Раньше, помните, короче, когда бухаешь в этой игре, принимаешь что-то там, баф, вот, допустим, да, чтобы вес носить... Она это все одобряла, теперь она это все не одобряет, блядь. Вы посмотрите, какая она, сука, правильная сразу стала. То есть, если раньше карма, когда я с ней путешествовал, у меня только росла, то теперь у меня карма от этих путешествий с ней только уменьшается. Поэтому надо, пока я на хорошем счету, ей влюбить, собственно, и променять ее. Вы поматросить и бросить, ну, святое дело, пустоши. Мы выживали как могли. Я помню, на Fallout... На какой? На Fallout New Vegas, по-моему, есть куча модов. Там есть мод даже беременности. Если баба играешь, можно забеременеть, родить. Пипец. Я охренею просто. Вот, блядь. Лишь бы хлебом не корми, да из чего-нибудь Sims устроить. Так, что у меня? Новый прицельчик, кстати. Стрельба через оптику у меня же бонусы дает. О, как насчет выспаться до рассвета. Рассвет во сколько, в 6 утра светло-то будет хоть? По-моему, кто-то тут рычит. А, боевой пес. Ну, это сама Кейт разберется. У нее есть оружие. Лоткоструйный, ужас. Фаршированные яйца, ням-ням. Как вообще можно фаршировать яйца? Чалит, блять. Впервые задумался уже, какой раз нахожу этот деликатес. Пункт приготовления пищи. Вообще не могу его использовать. А, что Кейт тупит. Рейдер псих. Конечно, псих нападать на хорошо вооруженного, сука, человека. Давай, сноси этого. Смотри, какой собака. А, надульник. В этой игре надульником назвали на мой... Пидорес. Ох ты, ёб твою мать. Кстати, нихера он мне надамажил. А это что такое? Да ну нахуй. Рейдер в силовой броне. Бля, сколько я повидовал, объездил все края, но такой хуйни вообще не видел я. А чё это за слоу-моушен такой, ебаш? А, у меня же наплечник. Ну ты смотри, что сделал, а? Стоило вылезти из силовухи, как мне начали, бля, выносить просто все конечности. Ну что это, блядь, такое? Да ладно, он из-за этого дерева торчал на 80%, мне попасть некуда было. Т-60, ёб твою мать, как танк, блядь. Т-60 голова, туловище. Ёбаный в рот. Я уж думал, у меня у героя пердак взорвался, уже обернулся на свою жопу посмотреть. Ёб твою мать, вот это... А чё за холщовый капюшон? Говно. Разводной ключ.
Да, ёб твою мать. Вот это номер. Но я так понимаю, что эту силовую броню мне без экзоскелета нельзя носить. Чё там за перевес опять начался? Мне надо пройти в убежище свою силовую броню. Один хуй не перенести столько. Так у меня хоть полный комплект, да? Смотрите, без ног. Ноги придется от старой оставить. Он что, реально без ног ходил? Видели? Кейт это не понравилось. Как будто я ее, блядь, спрашивал. Да, ног у него реально нет. Либо я их где-то тут отстрелил. Так, что делать будем, а? Ебучий перевес, как он меня заеб. На самом деле, как я понял, у меня такой ядреный перевес исключительно из-за того, что у меня мин очень много. Мне пора бы уже встретить какого-то босса, на которого все эти мины можно спустить. Значит, так. Сломанные предметы. Блять, он еще и сломанный, что ли? Сука! Я же отсюда еще и ресурсы все унес. Блять, начинается в колхозе. Новый год, ёб твою мать. Сейчас пойду что-нибудь, сука, разбирать. Что-то, блядь, собачья жопа. Собаку нельзя разобрать, то она что-то такая багованная. У него жопа сквозь текстуру пролезает. Стойка для журналов, это нельзя. Это, бля, украшение обалденное. Вот холодильник дерьмовый, это украшение. Надеюсь, нет. Полочки. А тут мы полочку хуярим, нет. Вот, тостер надо. Сталь, пружина. Что тут еще? О, батарея, ёпт. Стальная, вообще шедевр. Нахрен мне это все. Нахер мне эти красивости. Я буду это в минимализме тут тусоваться. Собачья жопа будет украшать мои стены. Ты, блядь. Я просто жду, сейчас Кейт хотел о чем-то поговорить. Я думаю, она хочет поговорить о том самом, о чем я очень люблю разговаривать с дамами. Так чё, блядь, чинить-то? Хули она не чинится-то? Ну, а алюминия теперь нет. Слушай, пошла ты в жопу силовая броня, блядь. Как ее выложить здесь нахер? Заебала. Моя одежда. Голова, рука, туловище. Как этого Вольтрона, блядь, собираю. Ставим ступни и ноги, руки и тело. Я же буду головой. Вольтрон, защитник вселенной. Ёб твою мать. Где эта дура? Варвара. Угу. Ага. Сейчас, блядь, шашлыки жарить начну, сука, на запах придет, блядь. Ну давай ты, ёпты, сколько я этих животных-то намесил. Нет бы, надо было какие-нибудь рецепты найти, чтобы жарить. Один хрен находишь, жаришь. В принципе, я думаю, что он тут какие-то, блядь, кулинарные хуйни-муйни не производит. Поэтому так, на вертеле обжарил, заебенчик. Все, хаванинка готова. А, вот ты где. Ну чё, давай говорить уже. Поем. Пройдем переговоры. Срочный вопрос. Hey. Need something? Hi. I'd still like to have that talk. Do you have time now? Да, время заебись. I always have time to listen to you, Kate. Давай, начинай подкатывать. Because this isn't easy for me to say, and I want to get it right. Where do I begin? Did you know I spent 3 years fighting at the combat zone? Я помню, блядь, у нас ни один разговор не обходится. Мы как вечером, блядь, к костру садимся, чаи погонять. Ты начинаешь про свою боевую зону, сука, рассказывать, как ты там ебашилась психа и пиздила людей лопатой. Мне было одиноко, да? Это же, знаешь, сколько, бля, людей на бокс от одиночества пошло. Смирись. Да, мой главный герой похож на ебанько в этих очках. Да он и без них на ебанько похож, поэтому. Они просто харизму дают. Видите, даже Кейт сразу дать решил.
My life's been nothing but one huge failure after another. You've heard all my stories, and you know the prices I've paid. Жду не дождусь от тебя избавиться, Кейти. Надо только у нее как-то гранатомет забрать. I found myself staring down the barrel of my own shotgun. I don't know why I didn't pull the trigger. I guess I was praying that I could find a single decent scrap of humanity. Господи, Кейт, ты еще не думала о себе начесать черную челочку? And then, what you did for me back there at Fog 95, it was like the answer to those prayers. That's the first time in my life I fully depended on someone else, and they didn't let me down. God damn it, I'm making a mess of this. Не обращайте внимания, да, да, тут ходят люди. Я построил на крыше антенну, они приперлись. Прервешься на минутку? Давай на часик прервемся. It's all right, Kate. Let it all out. I'll be fine. I just need to be getting to the point. The longer we've been spending time together, the more I'm beginning to realize what you mean to me. And I'm not just talking about you watching me. Блять, ты как Джен Псаки, ты можешь как-то ближе к делу? I mean more than that. Before we met, I'd never let me guard down around anyone. I didn't dare. But with you, I feel like I can let you in and see me for everything that I am, for better or for worse. Look, I can't go back to the way things were before we met. I won't. But what I need you to do is look me in the eyes and tell me you feel something too. Господи, флирт пиздой накрылся. Меня не хватает. Не хватает ничего. Лучшие друзья. Да, да, лучшие друзья. И будешь ты дрочить, блядь, до старости. Лучший друг хуев. Fine, ignore me. See if I care. Да подожди ты, блядь. This is a lot to take in. I'm not sure how to answer you right now. I was hoping we'd see eye to eye on this. You know. Да ты заебала, какая же это нахуй дружба-то? It was stupid of me to put you on the spot like this in the first place. Don't worry about it. This doesn't change a thing between us. I'll still keep the bullets off you and drink your sorry arse under the table. What are friends for, eh? Блядь, дерьмо. Адреналин. Слышишь? Сексапильность. Слышишь, адреналин? Ну-ка вот сюда вот подойди. Да отойди ты нахуй от своей брони, бля, в пизду она тебе не уперлась. Тут раздеваться надо, ты в броню хочешь залезть. Слышишь? Она уже что, перестала меня слушать, что ли? Давай, не нарушай субординацию. Heads up. What is it? Hey there. Always up for a little chat. What are your thoughts on our relationship? There's no way I could ask for a better partner or a better friend. Да-да-да. И все. That was all. No problem. Блять. Не, ну это трындец, конечно. Это, бля, френдзона. Френдзона левел 80. Ёпта, я сталкер ее френдзоны просто. Сука. Блять, сталкер френдзоны. Интересно, блять, можно песню, сука, на этих словах писать. Такая лирика, ибо. Вот я просто не врубаюсь. Это вот мне что надо, харизму прокачать или удачу? Вот даже я, блять, не знаю. Вроде с бабами и удача прокатывает. Харизму там не очень как-то. Или мне надо, наверное, крышками в карманах бряцать громче. Чё она говорит? Она говорит, hell no, ей кто-то, hell yeah, блядь. Это чё было, нахуй? Опа. Сука. Не мою ты жопу будешь кусать, сучоныш. Труэль. Опа, опа, сука, да ладно. Блять, там какой-то гренадер нахер с Первой мировой засел, наверное. Куда он делся? Кстати, я так слышал, что если сложность повысить, легендарных монстров будешь чаще встречать. Возможно, что скоро наступит время...
когда я действительно повышу сложность на последнюю уже. А вот ты где. Опа, 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 это что такое? Что за звуки такие, бля, пердящие? Это у него плазмоган какой-то был, что ли? Мы взорвали трактор. Бля, это боевые действия прям вообще левел 80. С чего это ты стрелял? Я убил Ридика, по-моему. Симулятор, да ебись, ты провались. Кто? А. Да-да-да. Такой пафос, как будто ты серьезно, блядь, попасть в него собрался. Не смеши, ёб твою мать. Чё это у меня? У меня кончились коктейли, что ли? У меня есть осколочная граната. И даже осколочные мины есть. Боевой карабин. Странно, мне показалось, что он каким-то бластером стреляет. А, это она стреляет? Из гамма-пушки? А где она взяла гамма-патрон для этого? Я себе, блядь, не позволяю расходовать эти снаряды. Она вон хуярит от бедра, правильно? Нахуй целится. Так, ебаш. На удачу. Тайнтед. Нихера. Тайнтед. Маунтед. Тоже нихуя. Значит, это не Тед, да? Блять. Корес, ебать. Подходит? There we go. Сука, какой дурак поставил пароль кариес, ёбнуться. Ну, прожектора пусть светят. Светлее будет. Не вижу ничего плохого в фонариках. Она его завалит сегодня, блядь, до конца зимы-то, ёб твою мать. Чувак, ты заебал патроны наши тратить, а? Так, как тут мне... Ай, что у нас за военные деньги? Не пойду обирать все их трупы, один хуй они нищие. Служебная записка, опять управление турелями. А теперь включить. Отлично. Вот тут два компьютера стоят, одни отключают, вторые включают. Борьба хакеров, блядь. Водитель, хуитель. Служебная записка. Внимание. Срочно. Возможно, проникновение. Да-да-да, старые тоннели. Кроме того, не хочу слышать никаких жалоб. Это та баба, что ли, сюда роет? Не имею перейти в режим повышенной безопасности. Комплексов всегда носите при себе удостоверение личности. Да, усы, лапа и хвост, блядь, мое удостоверение личности. Сука, они тут вообще никогда не переведутся, походу, эти рейдеры. Бледорейдеры. А вот и вход. То есть это пока мы только на пороге сражались, чтобы хотя бы, блядь, ногу через порог перекинуть. Сейчас, походу, битва за ресурс пойдет. Причем, ну, носить-то мне уже просто негде эту жрачку. Я ее на хот-бар уже поставил, эту очищенную воду. Причем я раньше помню, в третьей части, по-моему, нет, в Вегасе как раз встречались люди, которые, бродяги, они у тебя просили очищенную воду. Вот, здесь почему-то такого нету. Этой очищенной воды у меня накопилось уже, блядь, не знаю, литров 20, наверное. Ой! Так, турели хер подкрадешься, да? Звукоизолированная броня. Вот нахрен нужна звукоизолированная броня. Чтоб типа стрельбу не слышать, что ли, или чё? Security's too good. Сука, залупили. О, ёб твою мать, толстяк. Чё он тут делает? На продовольственном складе. Продовольствует? Или тут, наверное, это... По талонам толстяков раздавали.
О. Хуйца, ёптать. Какие-то рейдеры пытались проникнуть. Им кто-то серьезно руки оторвал. Не шуточно. А я думаю, просто не могут открыть компьютер и идут окольными путями роют, да? Или тут тоже вход в убежище какой-то сейчас найдется. Канистра, мудистра, стелсбой. Это что за голубая парочка тут померла? Ну, стопроцентная пасхалка к чему-то. Блять, скелеты не могут просто так лежать. Вот он его держит за плечо. Вспоминаем какие-нибудь фильмы, где два вояки померли в таких же позах. Это все всегда, блядь, пасхальники. Это и был найти лом? Вот это, блядь, говнище, что ли? У меня у самого такого, бля, пол... такого лома я не знаю, куда, блядь, девать. Певчанский. Отлично, и кому, блядь, надо сдавать этот потрясающий квест? Там еще ниже куда-то. А, вода. Такой квест, блядь, в середине игры. Ломик найти, блядь. По сути, это коробка с ресурсами для крафта, причем такая вообще базовый абсолютно набор, ничего ценного. Никаких там вольфрамовых там чего-нибудь. А, ну естественно. Подушка с соломой, военная электросхема. Куда же без генератора? Без вентилятора. А здесь что у нас припрятали? Радикс, смотри-ка. Да, отлично вообще. Просто добыча, бля, королевская. Викинги, сука, за такой добычей плавали за моря, ёптать. Железный шлем. Чё за железный шлем? А, желтый летный шлем. Спасибо, не надо. Ёп, твою мать. Турель-то нахуя поставили? По-серьезному они тут дефили свою коробочку, бля, с говнецом. Давай, да пошел ты нахуй, еще открывать тебя, блядь. Коробка, в которой, ну вообще, блядь, ничего не может интересного лежать. Они, блядь, заперли ее. Сука, на ключ. Обезвредить, блядь, а не взять. А, медь, предмет взят. Сразу ресурсы теперь беру, что ли. Тут раздались выстрелы слепого. 5 бандитов сразу наповал, сука. А, легендарный рейдер. Ёпта, а чё ж сразу не сказал? Вон, силовой кастет, ёпта, с легендарными... рейдерами разговор короткий. Кастет, хует. Это что? Уменьшает урон... уменьшение урона от людей на 15%. От люлей! Уменьшение урона 15%. Для левой ноги. Слушайте, кстати, блядь, нихуёво так. От людей на 15%, а? Не знаю, как вам. Но у меня, по-моему, броня там вообще на силу одета, поэтому на силу это самое лучшее, потому что он дает вес переносимый. Невыносимый вес, переносимый, бля. Так, что-то у меня... О, пора из лазерки пострелять. Тут... Я так думаю, что пора мне прицел снять нахуй оптический с этой пушки, потому что он пиздец. В этой игре нет войны на таких дистанциях, где можно реализовывать это все. Дело.
А, это я его в пепел превратил. А, вот все, я и прошел на этот склад продовольственный, который закрыли на супер замок. Да-да, зависимость, говнисимость, что это такое? Желтая краска. А, они тут, я смотрю, повскрывали уже все. Но желтая краска, это, я так понимаю, броню красить. А, это его голова, я уже, блядь, думал, шлем Дарт Вейдера нашел. А, погоди-ка, ёб твою мать, я с этой стороны просто. Ай! Ау! Как туда-то попасть? Очень сложный взлом, еб твою мать. Да ну нахер. Да чё, мне еще прокачивать, что ли, придется? У меня какой взлом сейчас? Чуть-чуть опыта-то не хватает, блядь. Петелику, ёпты. Надо кого-нибудь убить найти. А, о, смотри. Сейчас за взлом дадут, наверное. А может тут пароль? Да, может тут нихуя? Тоже вероятно. Yes. Нет, на левел не хватило. Ну говнище, блядь, а. Надо врагов найти, убить еще. Пару человек. Турелька. Заебись. Ну, ёб твою мать, опыта и так мало. А у тебя-то такой ствол откуда? Сука, она-то его где взяла, реально? Где, 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 где? Что там было написано? Рыжая турет? Я сейчас подумал, ракетная турель, блядь. О! О! Только бы не Варвара, блядь. Варвара, не лезь нахуй. Да, сучка. А вот он, пароль от федерального продовольственного склада. Даже не знаю, нужен ли мне теперь взлом. Или не нужен. Взламывать суперсложные замки. Ёпта, вот хуй увидишь этот журнал. Вас труднее обнаружить в режиме скрытного пи... Охуенно вообще. Спал и видел, как будет это говно найти. О, медикс. Терминал рыжий рулит. Подожди, а у нее-то у самой что-нибудь было, интересно? Ничего не было. Все-таки я офигеваю, что моя клептоманка где-то смогла найти себе, сука, такой же ствол, как у ее кумира меня. Действительно странно, блядь. Да-да-да-да-да-да-да, сука. Да, зависимость, да, сука, давай. Похуй мне. Потому что зависимости не заебали уже. Не, дай-ка я сохранюсь. Может, это вдруг от чего-то, блядь, от другого пароль. Она хранила пароль от склада, но не хранила пароль от компа... А, ну запомнила, наверное, хую знает. Чай не дура, блядь, была. Плюс 50. Слушайте, а по-моему, у меня был еще какой-то такой этот навык, чтобы какое-то оружие у меня меньше весило. Человек-дерево. Ёб твою мать. Ну и бред. Так а чё у меня с харизмой? То у меня харизма и так идеально, ёб твою. Чё надо-то? Почему с ней не пофлиртовать? Вы очаровательны и опасны. Женщины легче поддаются вашему обаянию, в разговорах получаете на 5%. Ага. Вот, наверное, что надо. Чтобы ей... Ну, придется подождать, потому что я заебался носить этот ебучий лишний вес. О,
Нихуя не дали, кстати, наебало. На 50% лишний вес, а увеличили его где-то сейчас на 25, наверное. То есть, к тому, что у меня было, 25 всего прибавили. Ушлепки. Ну, посмотрим, насколько у нее мозгов хватило пароль сделать сложный. Тест, фит, нет. Дип, нет. Хватило, блядь, что-то придумала тварь. Да. Сволочи из Биттаун. Сестренка заметила, как пара ребят Тома Банши что-то разнюхивают у главного входа. Мы с Лил их допросили. Похоже, алкодиета, на которой они сидят в пивоварне, не очень-то им по душе. Судя по всему, Том Башня решил прорваться сюда и украсть наши продукты. Пусть только попробует, идиот. И Лил пропала. Сегодня на склад напал Том Башня со своими парнями. И в этом хаосе Лил пропала. Мои ребята уже отправились узнать, не видел ли кто-нибудь, куда она делась. Но я опасаюсь самого худшего. А если до нее добрался Том, я вырву сердце этого гада и прибью у себя на стене. Сукин сын! Том Башня захватил Лил, заставляет ее писать мне письма с просьбами о продуктах. Говорит, покромсает ее на части, если я не соглашусь. Я пыталась собрать ребят и прорваться, и попробовать ее освободить, но они меня отговорили. Сказали, Том убьет ее, как только нас заметят. Но что-то делать надо. Пока просто дам продукты этому сраному громиле, но сначала пусть наши псины их пометят. Обоссать продукты. Передали еще одно письмо от Лил, но тут что-то не так. Она называет меня Рыжий. Я терпеть не могу это прозвище, и она это знает. Боюсь, что-то случилось. Там о том вовсю набирает народ, и теперь у него есть наши продукты. Отправлю к нему одного из своих, может, он выяснит, что там творится. Лил нет. Мать. Человек, который отправил в пивоварню Биттаун, сказал, что Лил нигде не видно. Видимо, о том куда-то ее перевел. Мои люди уже ее ищут. Держись, Лил, мы тебя спасем. Турели. Ну, можно было их уничтожить, это опыт все-таки. Так умерла Лил или нет? Всем же интересно. А, они любят, когда ее называют Рыжей, но она, сука, Рыжая. Логика, блядь. Содружество. Не, нахер. Надо же еще пойти посмотреть, что ж там закрыто-то было. Блядь! Надеюсь, не куча жратвы. А что еще, бля? Уже не верстак, спасибо, нет. Ага. Служебная записка. Нахуй, читали уже. Давай, ёпты, хуй ты завис-то. Сука, Windows 91-го года, блядь. Дай бог, если 91-го, довоенно. Свинина с бобами. Крышка, патрон. Это чё? Говно. О, 22 урона, супер, пошел нахуй. Два. Да, ёб твою мать. Тут, сука, лить. О, квантовые. Вот это нормально. Столько, бля, не сожрать аптечек за всю игру. Просто сколько тут валяется. Таких еще дерьмов. А, и все, ёпта. И здравствуйте. Отлично. Две бутылки ядер колы. Супер миссия. Офигенно. Так, и кто дал мне этот квест? А, никто не дал. Я его, бля, где-то сам нашел, походу, эти координаты. Так мы узнаем, что случилось с Томом Башней, блядь, и Лил. Не насрать ли мне, с другой стороны, на Тома Башню и Лил? Где Том Башня? Такое прозвище, как будто это супермутант какой-то.
О, бля, да. Короче, что-то я разочарован. Ни хрена эту бабу не соблазнить. Квесты какие-то говёные. Ой, пошел ты. А, вон там еще наверху что-то было. Какой-то журнальчик невнятный нашелся, что-то не очень какой-то. Да ебь ты. Давай. Кофейник, сигаретник. Ага. Канистра. Супер. Понятно, короче. Ладно. Следующий квест уже будет в какой-нибудь следующей серии. Так что что-нибудь жмите, что-нибудь там пишите. Пишите свои недовольные комменты. Опа, что такое? Блять, ты-то хули тут делаешь? Хули ты тут делаешь? О, смачненько, ёпта, влетела. Да, все, пошел в жопу, умирай ты речь. Он так долго умирал, как будто, блядь, Оскара за это получить собирался. Ленчику не дали, и тебе не дадут. Ничего нету больше. Сука, они на продовольственном складе какую-то деревню, что ли, построили свою? С Блэк Джеком и всем, чем полагается. Все, короче. Адьос.